Туалет. Ты еще чище. На улице. Сказал, не можешь спать. Юн в туалете. Продам дыню. Продам дыню. Я спала долго-долго, и потом открыла глаза, намного холоднее стало. Мы ближе к Кулсай. Если в Кулсай, и природа стала красивее еще. Вот мы приехали, тут очень вкусно пахнет. Шашлык, плов, туда, лагман. Воу. Наму трогаю. А, даму. Тут даму не трогаю. Уа! Нет. Это яйцо. Еще деньги варма? Спасибо. Ёлка. Бу! Не сломается. По чуть-чуть. Чуть-чуть. Почему не соленый? Это намного-намного вкуснее, чем в магазине. Уличная дискотека. Выгоре. Мы честно долго приехали, но так стоило приехать. Это как Корея, карта Корея. Вот так выглядит наша страна. Тут воздух отличается. Я все ела, а Занара еще не ела. Да, так что долго было. Сколько что кушает крут? Ну, вообще, если сильно солено, много не нужно кушать. Ну, я очень много кушаю. Сколько что? Могу 10. Один день? Да. Ой, это много. Мы спускались кататься на лодке. Все вместе. Бури, 너무 파랗다. Бури, 완전 초록색이야. Тут очень спокойно, и дерево тоже есть, рыба тоже есть. Я думаю, тут можно фильм снимать. Я не была в Швейцарии, но я думаю, это Швейцария. Давай, Кёха, Юн, вы держите. Казахстан, везде флаг. Уличная казахская. Мама, бар чай. Интересно. Очень большие. На хосте нет. Кончено? А что? Бойцо? Мариса, это хороший, тебе надо понимать теперь. Деньги не принимай. Юн дал деньги. Но не принимай. Она еще не привыкла. О, приехали в Казахстан. Аул, я не знаю, где Аул, но рядом Кулсай. Ва, красивый дом. Что это? На стену вешали. Ковер. Да, когда-то давно наши родители, теплее, да, теплее, и типа мода была такая, тапчан, да, тапчан. Летом можно здесь спать, надо, да. Летом так хорошо, и там летом спать, да. Все, спокойной ночи. Круто! Там баня. Где? Где? Где баня? Коричневая. А, это баня? Да. Я думаю, там... Вот туалет. Ты еще чище. На улице. Это не наш, да? Саты называется ау. Саты? Саты. Ау, это называется саты. Это туалет работает? А, да. Дома туалет. О, это хорошо. Она боялась, что вот такой туалет. Нет, многим нравится на улицу ходить в туалет. Кому нравится? Многим.
многим другим. Вам нравится? Мне лично нет. Мне не нравится. Ну, не нравится же. Им не нравится. Нет, нет, есть. Мы... Мне не нравится. Мне нравится. Ему нравится. Это же страшно. Нет. Иди попробуй зайти. Не переживайте, мы так и ем чак с кухни. Хорошо. О, Илла, 진짜 내가 화장실 이거 놓고 와 놓고 와. 화장실 이렇게 생겼어. 난 나는 진짜 못 갈 것 같아. 어, 나 진짜 참을 거야. 진짜로. 아니, 진짜야. 앞으로 가. 저거 있지, 저거, 저거. 저게 화장실이야. 저거 좋아하는 사람들 있다고. 괜찮아? 지금 화장실 가야 될 것 같아가지고. 차 왔어? 응. 몇 시간? 한 5시간 정도. 한 12시간 더 참을 수 있겠어? 나 저기 물 흐르잖아 지금. 어. 야, 시츄와 이유나 비지오샤. 미안해. 크라시베리 쪼다베. 크라시베리 쪼다베. 지금 알려주신 내가 화장실부터. 누나들이? Это в ауле, мы будем там останавливаться один день. И тут написано, еду в номер не тянусти, не прыгать на кровати. И это наша комната, сейчас холодно. Ой. И красивая кровать. Дорогие, кто-то знаете, как подключать эта штука? У нас не такое, мы не знаем, как... подключать, и нам очень холодно. Им пытается подключить, но не знаю. Аня? А, буя! Что это? А, спасибо! Нам очень холодно было. Это такой теплый, толстый. Вот такие следики. Эти ты зимние носки одеваешь, а осенние, зимние, вот эти летние носки. А у вас есть зимние и летние носки? Это... Я, 양말을 두 개 벗었네. Я слишком замерзли ноги, я такие штуки одеваю. Да? Жарко же, тонне. Тонне. Я понимаю, почему у Казахстана дома всегда такой ковер. Холодный пол, поэтому это обязательно. Есть отопление? Есть. Сейчас я спрошу, если вот добавили жидкость в холодильнике, вот сон хлемаса отлоптит. Холодно, да? Да. Сейчас, как скорее обогревать будем. А, пол? О! Не, не пол, а вот. Камдерги, бери себе, вот бы я. Это отопление? Это отопление. Вау, я... Вау! О, чего? Вот? Yes. О! А, там они готовят. Очень приятно пахнет, вкусно пахнет. Hello. Hello. А что это такое? Что-то. You love баурсак and варенье. Да, 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 да. Это варенье? Варенье. С сахаром, медом. О, Юн в туалете. Ой, спасибо. Это что такое? Это куже. Куже, который наурус кушает. Нет, это как лапша. Это стоп лапша. Кисти куже. Руками, да? Катали тесто. Это лапша просто, да? Да. А, спасибо. Она таски. Юна, нужно попробовать. А, вкусно. Вы тоже попробуй. Попробуй. И с чаем обычно кушают. Это да? Да. Я сами делаю. Суп просто очень вкусно. Вкусно? Да. Кимчи надо кушать, да? Бо-б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 о-
아니야. 이거 다 이거 두부 같아 두부. 각 두부 미아카. 에름식이 에름식. 뭐? 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 뭐?
каком-то мотре. Чёцы. Чёщин язык, да. Чёщин язык. Да, просто здесь сделали круглыми. Вообще ты берёшь баклажан длинными, открываешь, и он как язык длинный. И потом её заворачиваешь, поэтому назвали чёщин язык. Чангмуними мальсу. Вот. 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 I invite you for my dastarkhan for lagman. Dastarkhan это для вас приготовят стол, накроют стол и приготовят лагман. No, no money, no. You are my guests. Спасибо. We love you. Завтра приготовить для Юна рагман. I love you. Целый стол накроет. Что это значит? Целый стол накроет. Дастархан. Вот так и будет. 완전 다 끓어주신대. 라그만부터 바오르삭 이런 거 다. Лагман сырперед. И не только лагман. Борсаки приготовить. Еще чай. Yes. We are rich. Богатые казахи. Какое... Да, гостеприимство. Рахмет большой. Ты счастлива. Сам отключается и выключится. Вот так сам он работает. 오늘 첫 카자흐스탄 시골에서 잔 느낌이 어떤가요? 저요. 내 스타일이야. 나는 더블 트리 힐튼 알마티 갈 테니까 여기 살아. 어때? 여기는 택시를 부를 필요가 없어. 왜? 아니 말 타고 나가면 되는데. 버럽이 말 많잖아. 맞아. 차 타고 나가면 돼. 맞아. Дорогие, вот у меня в ауле уже комар успел укусить меня. В ауле, чем Алматы, очень чистый воздух, а только холодно. Это звук отопления. Тут хозяйни, они очень добрые. Вот ауле немножко скучно будет, если нет друзей. Тут лошади, коровы. Наверное, им не страшно стать говядиной или кониной. Лишь пермак. Короче, будем спать. Ням. Доброе утро из Аули, Казахстана. Я очень хорошо спала. И тут хорошо видно горы, и воздух хороший. Не знаю, я обычно в Корее, в деревне, то поздно сплю. Но тут уже Аули, хотя они приготовили завтрак, поэтому... Нам нужно выступать рано утром. Мирана, итакали. Кто-то очень хорошо спал в ауле. Сказал, не может спать, а вот так очень хорошо спал. С цветочками. Саты называется. Все красиво. Знаешь что? Красиво. Вот так. Они летают и будет бейби рожать. Доброе утро, морига. Я мори оттуда. Куди готы? Ауль очень хорошо спала. И воздух тоже очень чистый. Это каша? Каша. А из чего? Геркулес, овес, пшено. Нет, семь злаков. Пшено, кукуруза. Давно у нас. Так красиво выглядит. И так тоже. Мам, горячий чай. У всех, по-моему, горло болит, да? Угу. Одно еще чуть-чуть сироп положи. Такой кислый, вкусный. Еще сироп добавь, еще ложку вот этой жидкости. А, вот это, да? И теперь пробуй. Надо много, да? О, такой вкус. Чисто байсо. Тут точно мы поправляемся. Пробуем у меня. Возьми одну ложку, пробуй. Я добавила сахар. А, спасибо. Можно сахар добавить?
오트밀 같은 거. 오트밀. 솔. 오, 맛있다. 먹자. 진짜 맛있다. 한 번만 먹어봐. 맛있지? 뭐지? 이런 맛있지. В Казахстане все девушки хорошо готовят. Это все, все умеет. Она даже готовит. Алина, ты умеешь готовить? Какой умеешь? Ты же маленькая, а как ты умеешь готовить? Торты, пироги делает. Она с 8 лет уже делает. Я вообще с 6 лет начала готовить. Как огонь опасно. Мама включает, но я вот, например, тесто катаю. Как пирожки? Очень вкусно! Да? Как красиво! Очень красиво! Пока хозяйка готовит рагман, мы решили еще раз посмотреть курсай. Каждый день тоже ем курут. Уже много кушаю. Тут можно гулять вот так. Я ем. Пикник. Поймала рыбу? Фрукты очень вкусные. Иногда в Корее скучали по нашим фруктам. Юн, к Боге. Чаду. Чаду. Сиреви. Аня. Сангу. Абрикос. Аня. Да. Гри, Криша. Нет. Да. Попсу, а я? О, не яблоко, персик. Лагман, лагман. И стынь. Ты не оказывается очень тяжелая. Продам дыню. Продам дыню. Устал дыню продавать. Думаю, это больше всего подписчики. Корее, привет! Мои дочки фанатки. Они знали, что вы сегодня едете сюда. Но они говорят, папа, они с вами едут. Я говорю, да, со мной. Они там прыгали на месте. Привет, на чем сидим? Это Кёна. Привет. Ваш подписчик. Серьезно? Да. На такой же машине ездить тоже вот сегодня. Людей привез сюда. Я у вас сегодня ролики смотрю же. Ролики? Тоже хочу в Корею быть. А? Приезжайте в Корею. О, красиво как! Девочка соседская тоже вчера хотела приехать. Вот мой сын Адилет. Очень приятно. Хумиста? Угу. Мне очень интересно, это ковер. Это чтобы тепло было зимой. Жарко даже. Да. Это что, это тоже ковер? Да. Это тоже, видимо, украшение. Вау. Место? Да. Для гостей. Она тебе хоть пересадила. Ой, спасибо. Очень хорошо пахнет. Она сама все приготовила, да? Тесто. Салат, лепешка, виноград. Буя? Самобар. Самобар. Чи. Все с тобой слишком мощно. Бабушка есть. Ну, вам только 60 лет. У нас в Корее это не бабушка. Тогда скажи тетя. Тетя, хорошо. Мы еще приедем. Не хочу домой, но мы поедем.
Пока, аул. Прекрасно, великолепно. Друзья, нас сегодня пригласили для того, чтобы поднять ваше настроение. Именно поэтому...